Теперь давайте нормально. Да не, видно было, что он этот сразу лед будет кастовать. Вы че, парни? Возьмите его. Я не знал, что он отталкивать будет. Я знал, что он будет отталкивать, но я не знал, что можно упасть. Мы когда зашли, я сказали, тут можно упасть. Так, шипс. Так, теперь дайте хоть отчет там, человечество. Давайте еду, там все дела. Кто там не жмет? Даня. Простой, как бы, этот, еда. Кресло. Нет. Это что такое? Не знаю, что это такое, я с курска стал. Не могу резко. Сейчас резко. А вот это, наверное. С края появились первые? Да. Так, надо позицию им будет сделать. Кресло. Вот он. Угу. Да, нет, ты так не пугай. Это, по-моему, фотон. Вирус, если был. Мана, если есть лора. В одном месте только есть сейф-спот, так сказать. Это. Вы как, ребят, все умерли? Вроде стоял возле него, вроде улетел все равно.
Получается, всего одно место, да, ну, свободно. Так, давайте, ребят, сейчас это... Сразу же. Север. Позиции... Сейчас, Валекс. Давайте, Валекс 12. Акена 1.5. Флав 4.5. Ихи 6. Лора 7.5. Я 9. И с целью 11.5. А сократили? 3. А я... Можно какие-нибудь метки для того, чтобы примерно? Ну вот от А по часам делаем. А я какой? 11.5? Да. Это так, в среднем. Сейчас, секунду. Фейк вызову. Вот, так, с остальное что там? Не знаю даже. Валик, кстати, а как убило? Он откинул, просто выкинул. Очень далеко или как? Очень далеко. Я попробую Tempered Will оберечь на это дело. Окей. Ну там, скорее всего, это как-то же можно избежать этого, я думаю. А может просто надо, чтобы на всю арену тебя прокинуло? Ну, имеется в виду. Ну, я тоже так подумал. Сейчас, секунду, ребят. Буквально. Ладно, все, погнали. Не, ну он что-то дает. Ну, это понятно. Благодарю вас. Да, они не на своей, стали они на своей. Давайте, как на 3? Разошлись. Резнул Алекса. Слава, пожалуйста, срочно. Я, если честно, вообще не понял, как сейчас убило. Вирус кинул. Вот да, это открывает. Надо было. Лав, реснешь? Нет, там маны, понял. Я реснул. Их много сейчас. И сначала... Снаружи, да. Но они загораются. Да, не вставай уже. Волк. Двойной ролл. Это у нас... Торнадо? Фотон, да.
сейчас протекну все. Магдани. Позиции, ребят, смотрим. Здесь почему-то. Или мы должны все начинать из одного места? А, нет. Толя, я вижу, что я на твоей. Да ладно. А еще ближе поменять. Как-то далеко отталкивать. Да, далеко отталкивать надо просто стоять. А никто не видел, там надо отталкиваться в сейф-зону, да? По-моему, не в этом проблема. Убивается одновременно с отталкиванием. Ну, имеется в виду, там может, шарики, здесь пустое место? Шарики взрываются одновременно, как ты отталкиваешься. Там вообще нет времени, чтобы выехать из них. А пустое место есть вообще-то? Ну, наверное, должно быть. Ну, на первой фазе есть время, чтобы выехать из них. Но из... Там первых, из первых шариков нет времени выехать, да? Кто у нас шутник метки поставил? Ладно, ребят, давайте чуть. Я думаю, все пока понятно. Нет. Не, нет, я вообще не понимаю, как из них выйти. Что? У меня нету. У меня, кстати, вообще нету ссылки на твой стрим. Уф-уф, ладно, сейчас попробую найти. Есть. А, да, у меня есть мой аккаунт, значит. Ты же у нас Владимир Попов. Такс. Ирия. Сейчас глянем. Ты же у нас Владимир Попов. Такс. Сейчас глянем. Да, там не успеть выехать, просто надо в сейфовое просто место отталкиваться, ага. Потом съезжаться в центр, а разъезжаться уже по позициям. В общем, куда отталкиваемся, позиции, главное в сейф, не обязательно в свою зону, здесь, а вот разъезжаться уже в свою. Или мы должны все начинать из-за... Ну и что с этим делать? Попробуйте там Temper at Will, либо Холмган. Да, да, там справа было место. Смотрим, можно на свои позиции. Здесь можно так. А вы где стаки ловите, кстати? А как. Погодите, а как? У нас совсем в центре, что ли, были? Лора, ресни. Ой. В центре быть нельзя, вас прям на месте ваншотнет. Это еще в нормале было, если ровно в центре встать в этот момент, когда вот этот ветерок там крутится, да? То он просто берет и ваншотает. Да, давай. Хотя не в Алекс Холлоуденс, окей. Давайте, Лора сейчас разрезается. По-моему, из-под клампа просто надо уйти, там в нормале такая же белка есть.
Сначала по бокам, потом в центре. У меня нету... Я хардкастом. Если смогу. Най. На, был все-таки не рест. Ладно, давайте это. А, то есть там надо впритык стоять вот к этому ветерку, но не внутри него, угу. Да? Да. Сейчас. Рез не дай, пожалуйста. А обязательно там вообще уезжать или можно подождать, пока лёд кончится и разойтись просто? Можно подождать. Нет, рез. Сори, вирус не кинул, сейчас рез. О, по-моему, можно просто зайти в него. Сначала по бокам, а потом в центр, да? А чё с агро? Беда. Я умер, я зашел в огоньки. Генератор Ширка. Умер. У нас. Давайте прыгать уже. Ладно, не резко. Ларет, это красиво умер или это сократили отпрыгнул? Это сократили отпрыгнул. У меня на самом деле каждый прыжок почти это инфаркт, потому что я останавливаюсь ровно на краю. Наверное, ты посидел. Ну что, то аж будем ждать и разбегаться по позиции? Ну, я думаю, миличники вообще могут остаться, там чуть-чуть двинуться. А вот РДДщики, пожалуйста, бегите. Уезжайте, да? Да можете даже не уезжать, но там есть, по-моему, время. С первого пола говорите. Ну это ж мы куда же ты за. Ну первый пул, по-моему, самым лучшим был. Не, второй. Случайно угадали. Ребят, меня слышно? Да. Да. Меня что-то вообще прогнуло. Ладно, нормально. Ну, у тебя уже появлялся, значит.
Резко стоило. Вирус дал. Протак дам. А Кенан, ты уже шифт произвел? Все, он проснулся. Да, это была простая механика. Подождите, пока боковые взорвутся, только потом с молниями бегите. Да, я раньше двинулся, это все. Я так и умер от прыжка сегодня. А как сократили сейчас умер? Поторопился. И? Отбежал шары. Попал. Да не скорее бедишь. Что, простите? Право свободно. Потом по позициям только не забудьте. Вот сейчас оттолкнёт, да? Лава резко. Даню, пожалуйста. Такс. Тоже сламы. А, нет. Рассвинг, он сейчас что-то отталкивает будет. Ага, надо въехать. Ой-ой-ой, я помню. Я не въехал. Клэмп. У него зайти. Паркащу лору. Каркастю в Алекса. Я резну. Да я уже сдекастую к тому моменту. Не надо, давай тихо. Снова перебидишь. Фотон. И Квинболт. Ой, хорошо. Ну, не для всех, но... Вирус кинул. Да там... Даня с сократелем делил. Там вирус, не вирус. Резну. Так, кто-нибудь посмотрел? Внутренние были первые. Расходимся. Я вроде. Потом в центр. Лэмп. Ой-ой-ой. Осторожно. Тут надо его поставить грамотно. То ли развернуть, то ли забайтить. То ли забежать, правильно. Вот я не понял, это у него... Конусная была атака или как у Сефирота, а вся передняя. Ну в нормале, помнишь, после танкбастера, да он всегда. Нормал, и мы нормал фейс роллили, но ты говоришь, как будто я в нормале сижу 24/7. Ну там вот АУЕшка просто такой, но широкий, она... прямой прямоугольник. Вперед, ну прямоугольник, вот так, да? Все. Как ну, там... то есть, как на Сефироте, просто. Как на Титане, короче, ландслайд, да?
Да, да, как на Титане Лэндслайд. Да. Конечно, за спину вставать надо. Либо в бок, но он широкий, он вот примерно как от Селио и до меня, вот так вот. Что это было? Ну кто это? Ага. Ну, в общем, все понятно, вроде более-менее. Проталкивание не забываем, главное. И там осторожно просто. Ну, когда он такой ветерок кастует? Ну, кастует кламп, называется. Не, это не то, тихий, про другое сейчас. Ну, просто по анимации смотреть. В принципе, вроде в механике повторяется. Или туда. Да, я через тебя сейчас буду делать. Вот видишь, тихий даунберст. Все, гроз забираем. Резко сейчас. Ждем сначала. Блин, окей. Ваня, ой, Даня, тебя просто автоатак. Не, меня я не вышел достаточно далеко. Сейчас классика элемент. Ну, вот даунберст скоро. Смотрим сейфово, сзади сейфово. Да уже можно подходить туда. Ну, туда не идти, сейчас оттолкнет туда. Центр, потом по позициям. Рез на флаву.
Я не понял, как немножко это делать. Понял ты? Просто да. Как отталкивать вперед. Ну просто в сторону уйти. Лав каркас там лору делаю. Так что хиляй. Я успею индомку на это скинуть. Но там. Да там просто надо как-то не бояться, по-моему, там. Она очень просто делается. Если ты паникуешь, ты там все запарываешь, я тоже чуть не запорол. Ладно. Сейчас, через секунду идти повареться. Валикс, давай замутим мегасвап по-братски. Ну, сейчас, после вот этого. Эй, гайс, хильте. Давай, бери. Погоди, погоди. Беру. Сейчас срез на тихо. Забираю. Маны, если есть маны. Сначала в центре. Маны сейчас залью. По позициям сейчас должны были встать сначала. Не успел. Лэм. Здесь надо босса ближе к центру подводить. А он, собственно, встает, нет? Рор двойной. Ладно, это вроде прохилено. Может, хилово чисто так? Да, я тоже думаю. Классиковый элемент. Сейчас, в принципе, на... Давайте, сейчас я резну одного. Лора, резнешь кого-нибудь? Маны нет. Я резну с целью. Не, тихо. Повтор можно первый. Было. Да я тоже, блин, давайте, короче. На, мы все должны. По бокам взял. Центр. По позициям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я куда-то улетел. Лора, резай нас. Маны нет, просто... Копи ману, ничего не делай, копи ману. Макс Изер скушал. Ресы и даем хил бы. Да не хиляй ты, ресай! А. Забрал. Сейчас, 5 секунд, Шир. По бокам. Это повтор уже, что ли? Да-да. Дал вирус на всякий. Сначала центр. Вот это повтор, по-моему, пошел уже. Угу. Маны залил. Нету свиста. Как много ты еще мандор дотолкиваешь? Коплю ману на рез. Сейчас свист бот. Не могу. Ресну. Я ресну. Уже ресну. Окей. Ой, этот был твинболт. А, флаг молодец. Я с вашего позволения в шелде постою. А то мне страшно за свою жизнь. Такс, а где сейф-спот?
А, понял. Вообще непонятно, где был. Лэм. Йоу. Рот. Есть что-то из инволок? У меня нет. Это мерч. Сейчас посмотрим, сколько он бахнет. Ну, это таймрейдж видно долго. Что, поменьше смертей? Думаешь? Я думаю, да. Что, время баночек? Учитывая, сколько лора ману копил, там стоял. Можем проще сделать, секундочку. Иду. Наоборот, ты чё, это нормально. Вот я бы наоборот такой хотел вместо перфектного. Еду там, обновите. Странно. Центр по позиции. Агро там, ребят. Алекс готов? Давай. Беру обратно. Лэмп. Ну почему во время каста, ну? Сначала снаружи. Стоим, ждем. А там разбегаемся на молнии. Не торопись. Рест. Протак дам. Ману даю. Вирус КД. А это вообще мэджик, да? Ну, по виду мэджик, конечно. Двойной ролл. Oh,
На следующем фотоне там говорит. Угу. Сейчас все из-под вам искать. У танка. Где ми? Клав, далеко ты ушел? Центр по позициям. Место. Бор, это что за заезд был? Я знаю. Я знаю, что он мне доверял, когда подъехал, да? Просто у него стоим и потом разъезжаемся, да? И потом вперед. Из-за него, блин, я улетел. Она заморозилась раньше, чем я думал. Сейчас сяду в центр после этого. Клав, Клав, резай. Вот если не резнешь, то никогда не резну. Хардкасты Лору. Лору. Так, ничего. Провокнул. Берем. Сейчас там бастер будет. Дал, беру. Или его не на танкбастер давать? Я под него репризл даю, это 10% минус. Смотрим, а если еще кена возьмем? Сначала в центре, стоим сбоку. Давайте, ребят, не рискуем лишним. Пошли в центр. Что ж, я тороплю все время на эти шарики. Клэм. Хардкаста. Нету маны, Лора. А, нет, есть. Я хардкаст. Славу дал ману. Смотрим, как появляется. Сначала снаружи. Потом в центре. Стоим пока в центре. Ждем, пока взорвутся. А, нет, стоим просто отталкивать сейчас вот боссов. Центр. А меня убило. Уходите, уходите. А не знаю. Лора, нужно. Топить ману. Ай, почему он захилов-то? Лора, резай. Ага, спасибо. Оттолкнул прям шар. А я что-то где-то затопил. Шал через 5 секунд. А, ману не залью, все равно еще полторы минуты. Лэмп, заходим. Зампы где шел? Сначала снаружи, да, было? Да. Ждем. Ждем, пока взорвется. Ждем. Давайте его выпали. Только ну на. Вот сейчас можем, мне кажется. Сейчас 4 секунды, 4 секунды. Да давай подождем, сейчас механик сделаем. Да, да не я. Только так-то просто готова была. Ну, отталкиваемся, главное не улететь, ребят. Центр. По позициям. Особо никого нет уже. Да. Мы сейчас был хил ЛБ, я даже сейчас стою, думаю.
меня просто ничего нету. Могу так продать. Но это не поможет. Есть какая-то инвулка какая-то? Сейчас будет шраут. В центре. Да никого я не резал. Я пытался резать. Из центра уходить. Нет. Там second win. Под. На хп. Раня, давай. Да, может, кстати, и снимет. Да нет, давай в этот буф деливеранс. Надо это заскримить. Один против всех. Да, это сейчас. Погодите минутку. Это надо. Давайте ЛБ оставим. Да, мы привыкли к хилу. Да я что-то думал, что... Да, на самом деле зря. Куда мы выходим? Мы еще никуда не выходим. На World First выходим. Так думаешь? Оденемся немножко, через недельку придем и идем. Ну, пойдемте в нормал, наш модферм. Так, ладно, сейчас. Главное смотреть, где они появляются, и не паниковать. Он так наказывает за торопливость очень хорошо. А что это за прикол? Валикс, ты же нажал. Кошки, что ли? Там чатики. Так, блин. Вы говорите, если увидели. Я же думал, тут все внимательные там. Да, в чатик прям смотрит на пули на 3 секунды. Да, Сирен, тут проблема произошла резко. Сейчас ты нормально? Да. Сразу реакция. Решил отвалиться, поэтому я вам написал. Баликс, кошки? Я думал, Баликс не запулил, значит, кошки. Сразу первая реакция. Не, побольше. Сейчас мне уже на руки никто не лезет. Насильно.
Я наслаждаюсь. Ну он же их кормит, зачем он прятаться? Он не кормит. Ну, а заберите агро, пожалуйста. Да, он протект. Сначала снаружи. Ура. Лишники там. Ой, это было опасно. Кинем, давай штучку. На танк? На танков, да. Лах, ты умер. Блин, а куда вам бежать? Зомби убивает. В смысле? Ресно. Это конкретно это вообще никак понять не могу. Так тут в одном месте сейф спот, а в другом плохо. Лора, мне нужна твоя помощь. Один хотя бы что-то. Значит, сейчас крест. Тут если танку постоять немножко, ой-ой-ой, он бежит на него и проще остальным. Давайте прыгаем. Долго долбахиловскую, нет смысла. Давайте, ребят, какие механики непонятные? Спрашиваю. Чтобы не вот так вот. Если что непонятно, спрашиваем, чтобы исправить. Их спутом я понял, там есть еще одна, где отталкивает несколько раз. Он первый раз отталкивает чуть-чуть, а потом отталкивает далеко. Это вот где ты сейчас умер? Да, я сейчас умер, разве не там, где свой спот?
Там, где один сейф-спот, с одной стороны. Так, а есть еще, по-моему, без сейф-спота, да? Мы тогда, смотри, встаем, ждем просто, пока взрываются боковые. Боковые? Не, я имею в виду, когда взрываются ближние. Или когда взрываются ближние, там всегда есть сейф-спот. Не всегда, но значит дальние взрываются раньше. Тут на самом деле, ну, довольно очевидный такой бой. Просто надо все запомнить. Первый пол. Ваншот практически. Блин, я поздно. Ладно же. Ну вот, кстати, сцену оставить на 4.5 и сократить ее до туда, с другой стороны, чтобы позицию его делали. Ясно, ладно. Чего? Вы ближе к нему, ну, в самого в него не заходите. Ой, ребят, резко плава. Первый раз из него вытолкнуло так по-маленькому. Ясно, Лора, ладно. Лора, резкость плава? Будьте добры. Очень надо. Валикс, что с Агрой будем делать? Поехали. Завидовать будем. Вот сейчас. Такие. Ждем. Ждем, потом идем. Валикс, ты что такой бесстрашный вообще? DPS пушил. Хорош. Нам в итоге приходится огребать. Из этого стака. Двойной ролл. Сейчас вот со сейф-спотом. Надо найти, где пустой, без шарика. Право. Справа. Вот сюда, вот сюда. Тихий, близко стоишь, убьет. Центр по позициям. Кресло. Просто не сразу, все резко. Нечем, резайте, пожалуйста.
Ну, спасибо. Сейчас к центру подключу. Разверни надо, пожалуйста. Хорошо. Нам было привычно. Я понимаю, конечно. Двойная. Мне бы сейчас брата то. Сначала в центре взорвется. Сначала идем по бокам, ждем взрыва в центре. Идем в центр. Даня, ты красавчик. Нормально, да? Вообще красавчик. Я оценил. Ману залил. Я сегодня Флава спрашивал. Чё-то я сегодня... Не... Так, какая где? Скажите, пожалуйста. Первая. Боковые? Боковые первые. Остаемся. В центре. Блин, это что, угорайся, лучше нажать влево. Урон. Дал вирус. Заберу, наверное. А, видимо, не тут. Двойной болт. Нет, болт близнецов. Пэмп. Эти что ли это? Страшно. Красиво. Не, не надо. Конечно, блин. Сначала снаружи будет взрываться. Так что стоит в центре. Идем, бежим. Блин, я соскользнул. Ресно. А вот сейчас страшно, дайте. Сейчас. 1% было, да? А нет, там очень мало снимает. Да я понимаю, да. И... Великая победа. Легенький. А сколько времени-то прошло на таймере? Почти весь. Браслетов хилинг. Дед Пити. Флав, что маны, да, вообще. Вообще никакого проблем не было, да, Флав? Ни разу. Только не нравится. Да давай на рандом. Так, Флав, это прогресс, мы будем умирать. Ну что, Флав, тебе разроливаем? Давай.
Ты, короче, Слав, давай быстренько такое. Ты во что думаешь бис собирать? Какие статы? Крит дед? Крит дед, и я крит дед, так что разруливаем. Блин, как круто было Каму с Йорычем. Я собирал пить и спал спит, а он крит дед. Ну, мы просто не пересекались айтемом. Ну, на самом деле, может, виту, чтобы потом вынимать. Я отойду к урну быстренько, ребят. 5 минуток и продолжу. Ого, стоило зайти, песочек уже по 90 тысяч. Ну даже наживку не окупить уже. Да, это дешево. Вот этот песочек вряд ли. Нет, синенький. Какой именно? Коричневый, да? Даск? Да, он дешевый. Ну, 13, по-моему. Не, ну вчера он поднялся резко до 25. Ну, кстати, он нужен еще на новую еду. 2 стар, так что он останется актуальным. Тоже отойду на минутку.